и вам, и нам. С наступающим. И вас наступающим. Надеюсь, все будет хорошо. Ну что ж, будем ждать новостей. Ага, до свидания, спасибо. Пока. Привет, Ленок. Алло, Машунь, с наступающим. Спасибо. Слушай, значит, я узнала это тебе про тот препарат. Попалась? Игорь Петрович. Ленок, мы сегодня в ночную дежурим вместе. А с кем встретишь Новый год? Ну, сама в курсе, да? Отстаньте. Буду ждать. Маш, прости. Ну, просто прикинь, меня в Новый год дежурить поставили. Сочувствую. Там ты ж сама понимаешь. Все замужние, у всех дети. А Новый год, как ни крути, семейный праздник. Так, в общем, тот препарат – это стимулятор маточных сокращений. Особенность его в том, что он никаким образом не отражается на клетках зародыша. Мало того, в Америке его использовали для экспериментов по изъятию клеток у зародышей животных. Ну, видишь? Угу. Его сердце бьется. Не его, а ее. Вот. А я знала, что будет девочка, честное слово. Ну, судя по УЗИ, плод развивается нормально. Слава богу. Теперь осталось сдать кровь на патологию, гормоны. Процедурная помнишь где? Да, когда будут готовы результаты? Когда будут готовы, я сообщу Олегу и Марине. Понятно? Да. Послушай, я так и не нашла документы. Ну что, пришли результаты анализов? Да. У вас повышены лейкоциты. На самом деле? Не расстраивайтесь. Так я домой не еду. Ну, через неделю. Где аналитика? Уже целую неделю еще. Ты что здесь делаешь? Мне Ольга Сергеевна сказала анализы сдать. Вот. Угу. Садись на кушетку. Ага, спасибо. Добрый вечер. Не спите? Нет. Где у вас елка? Там. Хорошо. Проходите. Вот. Это вам. Спасибо. Ну, чтобы вам не было скучно. Фотоаппарат. Так, ну-ка. Класс, широкоугольник и полтос для портретов, ну на… Я очень рад, что вам понравилось. Я не могу принять этот подарок. Почему? Сейчас же Новый год, примите. Спасибо. Ну, хорошо, ну, не хотите так принять, ну… Возьмите на время, пофотографируйте и отдадите. Не обижайте меня, я же выбирал, старался. Ну, ладно. Но если только на время. Ну, вот. Тогда у меня тоже есть для вас подарок. Так, где же я? Вот здесь. Вот. А это что это? Вот так. Ну, а что это? Что это такое? А это ваш ребенок. Вот видите, вот голова, вот, а вот рука. Какая крохотная. Вам, наверное, пора. Осталось всего 3 часа до Нового года. Вас ждут
Да. Да, пора, я... Я пойду. Спасибо. А у вас гости сегодня? Да? Нет, мы... Мы с Мариной решили отпраздновать тихо, по-семейному посидеть. А вы? А я? Да вот, приготовила оливье, есть мандарины. Встречу Новый год в лучших российских традициях. Что, совсем одна? Ну... А вы знаете, оливье – это очень здорово. Угостите? Олег, а не надо меня жалеть, у меня правда все в порядке. Я позвоню родным, посмотрю телевизор. И тем более я не одна. Нас двое. Машенька, а я абсолютно вас не жалею. Просто я очень люблю хороший домашний салат оливье. Ложку несите. Ну, ладно. Маша? А? Привет. А я тебя сождалась. Извини, на работе такой дурдом. Все хотят успеть сдать дела к Новому году, поэтому такой оврал. Ты, наверное, голодный. Что ты будешь? Хочешь рыбу, креветки? Еще семга есть хочешь? Солнышко, ты только не обижайся. Но я так устал, что ничего есть не хочу. Ну, тогда шампанское? Нет. Лучше просто сок налей. Олег, ну, Новый год же, ну какой сок? Солнышко, ну я действительно очень устал. Что ж ты делал, что так устал? Я работал. Потом заехал к Маше. Маша? Солнышко, ну не начинай, пожалуйста. Кстати, послушай, я вот о чем сегодня думал. А давай, если родится девочка, назовем ее Валерией. Мы с Машей сегодня это обсуждали, но уверен, что будет девочка. Марина, что с тобой? Ничего. Ничего, кроме того, что мой любимый муж провел весь новогодний вечер с абсолютно чужой женщиной. Но я же не к ней ездил, а к нашему малышу. Почему ты с ней все это обсуждаешь, а не со мной? Ведь я мать! Я об этом ни на секунду не забываю. Да тебе просто на меня наплевать. Она главная, да? Ты понимаешь вообще, что ты говоришь? Ты и она – это абсолютно разные вещи. При чем здесь она?
А при том, что ты был с ней, пока я здесь, как полная идиотка. Что она тебе пыталась дозвониться. Отстань. Марина. Марина! Марина! Алина, это Олег. С наступающим вас. Простите, а Марина не у вас? Нет, да? Извините. Ну что, ура? Ура! Ура! Виски с колой. Колу отдельно. Олег, я не могу сейчас с тобой разговаривать. Марина, послушай, не бросай трубку. Ты где? Я тебя по всей Москве разыскиваю. Послушай, нам обязательно нужно увидеться. Марина, ну… Ну, давай не будем ссориться под Новый год, а? Мариш, поехали домой, а? А зачем? Тебе там без меня неплохо. Счет принесите. О чем ты говоришь? А? А ты не понимаешь? Нет. А я тебе объясню. Знаешь, я думаю, что мы с тобой будем счастливы, когда будем ждать малыша. А что получается? Ты изменился. Ты стал чужим. Я от тебя только и слышу: Маша то, Маша все. Ненавижу ее. Она-то здесь при чем? Да подожди, Кость, ну дай мне мешок, у меня же там все. С наступающим! С Новым годом! С наступающим! С наступающим! С
следующим годом! Новым годом! Я хочу выпить за тот день, когда она исчезнет из нашей с тобой жизни. Марина! Это все за тебя! Мариша! Это все за тебя! Успокойся! Из-за этой девки! Пойдем домой. Ну что, что такое? Пойдем домой. Что с тобой? Что? Я не знаю. Ну, тихонько. Что? Я люблю тебя. Скажи спасибо, что не пиво. Я сладко. Ура! Смотри, сколько уток. А вон там, на берегу, смешные. Ой, какая же красота. Да. Антоха. Нравится, да? Ага. Ой! Осторожно! Держись. Держись, держись. А воздух? Ты чувствуешь? Воздух, как легко дышится, а? Я рад, что тебе нравится. Ага. Ты что? Ничего. Пойдем. Маш, извини за любопытство, но кто это был там в сквере? Твой муж? Да нет у меня никакого мужа. И ребенка нет. Так, бывший жених. А почему ты обманывала? Потому что если бы я сказала правду, меня не взяли бы на работу. Моя младшая сестра очень сильно больна. Ей нужны деньги на операцию. Маринка, доброе утро. Ну, кому как. Ну, что такое, Марин? Ну, ты все праздники не в себе. Так нельзя, слушай. Да, хороши праздники. Не потусоваться, не в свет выйти. А все из-за этой беременности. Осточертело уже все. Олег? Ой, Господи, не успел уехать на работу, уже соскучился. Ну, я тебя спрашиваю, Олег, что ли? Ну, мам, ну отцепись ты со своими расспросами. Договорились, Эдик. Через час я у тебя. Нет, шампанского не нужно. Лучше текилу или виски. От шампанского голова болит. До встречи, целую. Дай мне пройти. Марин, опять за старое. Мам, не доводи меня. Я и так в последнее время нервная. Пусти. Марин, я не дам тебе наделать глупостей. Ну, какие глупости? Мне просто нужно навестить старого друга. Ну, конечно. Знаю я этих старых друзей. Ты что, Марин, ты же все испортишь. Что будет, если Олег узнает, а? Мам, я прошу тебя. Ну, кому нужна жена истеричка? Так ты выпей тогда успокоительно, не знаю. Сходи к врачу, но не так же вот, а? Пусти! Марин, да ты послушай моего совета! А что мне тебя слушать? Чего ты в жизни-то добилась? От первого мужа комнату в коммуналке, от второго хрущевку в Зеленограде. И ты меня учить будешь? Пусти! Не смогла. Хоть в мою не лезь.
Все было замечательно. Ты уже уходишь? Да, мне пора. Ой, как он меня достал. И как эта девка с настоящим пузом ходит. Может, останешься? Не могу. А ты еще муж хватится. Ну, муж это святое. Ну, а как его журнал поживает? Эдик, гляньте, это единственный способ для серой массы окунуться в настоящую светскую жизнь. Поэтому кризис кризисом, а аристократ ничего не сделается. А вот с этой девкой нужно что-то делать. Ну, а я вообще семимесячным родился, и ничего. Может, и тебе повезет? М? Эдик, ты гений. Ну, что скажешь? Да ты знаешь, все так, как надо. Но только в печати это не пущу. А почему? Все же нормально. В том-то и дело, что нормально. Это не хорошо, это не плохо, это нормально. А что в этом плохого? Когда наш журнал появился на рынке, аристократ был не такой, как все, поэтому он и занимал определенную нишу. Да. А сейчас мы сами для себя незаметно. Мы опускаем эту планку. Мы пытаемся соответствовать моде вместо того, чтобы делать ее. А что ты предлагаешь? Ну, вообще, это ты у нас арт-директор. Это ты должен предлагать. А, ты. А мне нужен новый проект для журнала. И вообще, Рома, это первый весенний номер. А вот это все, у меня такое ощущение, что я видел уже 100 000 раз. Просто в других журналах и под разными соусами. Да? А знаешь, я не против обновлений. Но мне нужно сдать номер в печать не позже, чем послезавтра. Время на поиски. Нет! Рома. Я это не подпишу. Думай, думай, думай. У тебя еще больше суток. Да. Где я его возьму, новый проект? Рожу! Слушай, нет, я больше на такой подписываться не буду. Что-то нас кинули, и денег не дала. Антон. Да? Пожалуйста, отвези эту флешку в печать. Ты что, уже все отсняла? Угу. Молодец. Да, как-то само получилось. Ладно, сейчас отвезу, чтобы к вечеру уже все было готово. Спасибо. Пока. Пока. Слушай, ну в кино мы сходим, я купил билет. Ну, здорово. Очень хорошо. А 3D? Да, 3D. Пираты. Маша! Здрасте. Здравствуйте, Маша. Здравствуйте. А я вот мимо проезжал, да и думаю, заеду к вам. С малышом. Как вы себя чувствуете? Да вот. Извините, я сам. Возьмите. Спасибо.
Спасибо, все хорошо. Знаете, у меня сейчас обед. Вы есть не хотите? Ну, если честно, мы ужасно голодные. Ну, тогда, надеюсь, вы не будете против. Здесь недалеко есть замечательное кафе. Ой! Что? Мне кажется, малыш согласен. Можно? Тогда прошу. Ну, у нас и шопинг был. Правда, за последнее платье, которое ты купила, я просто тебя ненавижу. Зато как она на мне сидит. Ага. Вернее, как она на мне будет хорошо сидеть, когда я смогу его носить. И все-таки, что не говори, шопинг во время беременности вдохновляет. А когда он нас не вдохновлял? Добрый день. Здравствуйте. Спасибо. Здравствуйте. Пожалуйста. Спасибо. Здрасте. Да. Выбирайте. Ой, не знаю, что ей выбрать. Опять этот салат. Да ну к черту эту диету. Ну, все равно весной опять худеть. Алло. А? Ты что? Я? Ты чувствуешь запах? Ужасный. Ничего не чувствую. Чем здесь может пахнуть? Приличный ресторан, между прочим. Так, пошли отсюда, мне плохо. Господи, ты с этой беременностью вообще с ума сошла? Я тебе говорю, вставай и пошли отсюда. Ты что, не понимаешь, или хочешь, чтобы меня здесь вырвало? Господи. Марин, ты со своим токсикозом уже просто с катушек съехала. Если бы ты знала, как меня эта беременность достала. Ага. Ну ладно, пойдем. Я знаю, здесь неплохой итальянский ресторанчик. Ага, пошли. Пожалуйста. Спасибо. А она ему говорит, если Маша такая хорошая, ну давай ее замуж возьмем. Пожалуйста. А он что? А он подходит ко мне, с очень серьезным видом прищуривается. Так, с головы до ног на меня все посмотрел, такой, не-мо. Она сталая. Потом подумал. Приходит в сестринскую и говорит: тетя, собивайся. Мы тебя с мамой замуж бьем. А сколько ему тогда было? Не знаю, годика 4 где-то. Да, история. А кем работает ваш муж? Да, водителем. И давно вы женаты? Господи, не могу врать. Нет у меня никакого мужа. А дочка? А дочку сама воспитываю, Катюху. Извините, Олег, вы не думайте, что я вам неблагодарна. Правда, я выполню все условия контракта. Что я вас... Я вам, правда, с Мариной очень сильно благодарна. Вы столько для меня делаете, эти все... выставки, театры. Господи, я же импрессионистов только на картинках видела, а сейчас каждую неделю в Пушкинский хожу. Вы знаете, я когда был студентом, тоже бегал туда практически каждую неделю. Сто лет не был. Все дела, 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 дела. Иногда вот просто хочется взять и махнуть. А у меня папочка очень оперу любил. Говорил, Маш, вот выберемся как-нибудь, махнем в большой. Потом все дела, дела. 5 лет ждала. Вы что, не поехали? Умер отец. Тромб оторвался. Простите. Ну, нам, наверное, пора. Девушка, посчитайте нас, пожалуйста. Хорошо. Маринка, Маринка, хорошо, что пришла, а я как обедать. Марин, Марина! Марин, Мариш, ну что, что опять произошло, а?
Ничего. Ну что ничего? Я же вижу. Может, расскажешь? Зачем? Чтоб ты мне в сотый раз сказала, я же тебе говорила? Ну, понятно. Что тебе понятно? Ходишь, тут повсюду нос свой суешь. Достала уже. Я хотела как лучше. Как лучше кому? Тебе? Ты неплохо здесь устроилась, да? Все. Все, надоело уже, хватит. Все! Марин. Марин! Все! Убирайся в свой Зеленоград! Я видеть тебя больше не могу. Маринка, Маринка, да что ж с тобой происходит-то, а? Мне надоели твои нравоучения. Я хочу, чтобы ты оставила меня в покое! Марин, ну если у тебя с Олегом проблемы, что ж ты на мне-то? А у меня нет проблем с Олегом. Нет, ясно? Да. Марин, я бы на твоем месте уже сходила к врачу. Я привыкла к твоим психозам, а вот Олег... Знаешь, в таких делах нужна холодная голова и трезвый расчет. Чтобы завтра тебя здесь не было. Соседи, смотри, нужно поправить. Шведские стены. Дети, по которым волосы падают. Спасибо. До свидания. Молодой до свидания. Человек, вы же на детской площадке. Мама, что это? Шла куда-то, иди давай. Вы меня не отсвечивай. Ой. Все в порядке. Погоди! Колян, это я. Да, слушаю. Ну все, Колян, я номера тачки это зафиксировал наконец-то. Записать есть куда? Да, есть. Все, записал. Давай до вечера. Говорил, что лежат в магазине, в общем, ничего приличного. Я для себя. Ну, Царев? Там... Фомин беспокоит. Слушай, будь другом, пробей мне номерок одной машинки. А я тебя заждалась. Ты сегодня потрясающе выглядишь. За тебя. Извини, что задержался. Просто послезавтра номер в тираж сдавать. А он пока еще никакой. Mm-hmm. Ну, вот сидели с Ромкой и думали, думали, как его спасать. Да так ничего и не родили. Олег, я не понимаю, почему ты так переживаешь? У тебя же... Самый большой тираж. Да у тебя доходы от рекламы на миллион. М? Да не в этом дело. Как ты не понимаешь? А в чем? Послушай, Мариш. М-м? А может, ну ее, эту работу. Давай завтра в театр махнем. В Большом Евгений Онегин. Опера, а? Ты удивляешь меня? Ага. Почему? Ну,
потому что опера – это очень скучно. Но я знаю, как тебя развеселить. Извини, Мариш. Я сегодня очень устал. Ой, господи, так. О, привет. Привет. Проходи быстрее, а то у меня сейчас все сгорит. Черт, нормально. Ты есть будешь? Нет, спасибо. А где у тебя тут ваза? Антон, неожиданно. Спасибо большое. Да мне-то за что? Ну? Я тут фотографии напечатал. Да? Разбирайся. А я поехал за продуктами. И это тоже тебе. Пока. Пока. Алло. Доброе утро. Доброе. Олег, спасибо большое, я получила билеты. А цветы? И цветы. Спасибо большое, очень красивые. Вы знаете, вы исполнили одно из моих самых заветных желаний детства. Мы с Антоном с удовольствием сходим. Подождите, а почему с Антоном? Вообще-то я думал, что мы пойдем с вами вместе. Я с вами? Ольга Сергеевна, результаты Павлова. Угу. Спасибо. Ну что ж, Мариночка, как я вам говорила по телефону, так повторю и сейчас. Волноваться причин нет. Результаты анализов замечательные. Скажите, а в случае преждевременных родов, на каком сроке ребенок способен выжить? Ну, в нашем случае такого и быть не может. Поэтому давайте не будем забивать этим голову. Хорошо? И все-таки. Ну, мы спасали и шестимесячных, но все-таки лучше, если плода уже 7. Тогда вероятность больше. А ведь существуют препараты, способные вызвать преждевременные роды? Да, существуют. А зачем это вам? А у меня к вам есть... К вам есть предложение. Попробуем договориться. Привет! Привет! Так, давай вон там. Давай. А? Снято. Слушай, ты извини, там на шоссе такие пробки. Я уже думала, ты не приедешь. А, да ладно. Кто старая помянет, сама знаешь. Сколько времени-то прошло? Жизнь налаживается, а? Слушай, я сейчас тебе ничего не буду говорить, но как только у меня все склеится, я обязательно тебе позвоню и все поведаю. Пока кулачки держи, чтоб не сорвалось. Ту-ту-тфу. Ту-ту-тфу. Ну расскажи, что с моими анализами? Что со мной было-то? Короче, с тобой все в порядке. Ну? Походу, выкидыш тебе специально сделали. В смысле? Как это? С чего ты взяла? Я подобрала пакет с той капельницы, после которой у тебя все случилось. Оказалось, там переклеена этикетка. Я оторвала ее, а там препарат, который вызывает искусственные роды, понимаешь? Офигеть, слушай, вот уроды, а. Ага. И не пойму, зачем они вообще это сделали? Не знаю. Но там в клинике я наткнулась на шкаф, где целый склад этого препарата. Ну? А еще до этого я слышала разговор про стволовые клетки. Это очень-очень дорогой материал, и эксперименты с ним противозаконны, если это только не абортивный материал. Слушай, блин. Да я всегда знала, что в этой клинике там что-то мутят. Ты помнишь, я тебе говорила? Угу. Да. Мошенцы. Ну, ты просто Шерлок Холмс. Что ты собираешься делать? Ну, а что теперь делать?
Ты что, мне мстить предлагаешь? Не смеши. Я в эту клинику вообще больше ни ногой. И ты сиди, не высовывайся. Пашенца, тебе же еще рожать, ты пойми. Ты какого черта на рожон лезть? Значит так, ты держись от них подальше и будь настороже, прошу тебя. Думаешь? Да я уверена. Если они дали доносить тебе до такого срока, ничего больше не случится. Слушаю. Нет, Катя сейчас подойти к телефону не может. Она спит. Нет, на день рождения Катя вряд ли придет. До свидания. Катюш. Кать. Ну, Катюнь. Мам, я что, теперь совсем инвалид, что ли? Господи, да что ты такое говоришь, дочка? Ну? Тебе девочки из класса звонили? Тогда почему ты меня не позвала? А я не хотела, чтобы ты волновалась. У Тани день рождения. Девочки хотели тебя пригласить. Мам, ну мне ведь уже лучше. У меня даже подарок есть. Вот, смотри. Ну, потерпи ты немножко. Ну, как я тебя отпущу? Давай договоримся. Вот сделают тебе операцию. Мам, я устала чувствовать себя больной. Ну, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Я тебя очень прошу. Ух ты, лисища. Ну, иди. Иди. Мамочка, я буду очень осторожна. Соня! Соня! Я была на Ирине. Да? Не замерзла? Нет. Пойдем. Ирина Никитична, я не хуже вас помню, Демишева. И эта постановка, поверьте, новая постановка. Вполне ничего. А вам как? А мне? А мне просто волшебно. Даже не знаю, как вас отблагодарить. Ну что вы, не стоит, сударыня? Костик, после духовной пищи мой организм требует земной. Пойдем, здесь, я знаю, ресторан хороший есть. Маша, а что вы скажете, если я вас тоже приглашу перекусить? Но только это необычное место. Что ты мне говоришь? Ой, осторожно. А я люблю все необычное. Прошу. А ты сказал, какую улицу? Олег, малыш, я тебе уже третий раз звоню. Я очень переживаю. Где ты? Это Марина. Ира, как только Олег закончит свое совещание, вы не могли бы ему сказать, что я звонила, хорошо? Давно?